Всем привет, ребята. У меня сегодня пятница, вторник, среда, четверг. Это третий день после операции. Меня сегодня отпустили домой. Вот, и хочу показать, как это все выглядит. И, в общем, начинаю записывать видео с того момента, когда я начинаю что-то делать, да? Но вообще, честно говоря, крутить ногой начала раньше. По советам врачей, мне нельзя сгибать ногу 4 недели вообще никаким образом. Вот. Однако, и затем еще 2 недели. А, и не наступать на нее. Нельзя вообще наступать на нее. И зачем еще 2 недели не наступать, но потом уже наступать. Итого, не наступать на ногу 6 недель. Из них 4 недели мне не советуют заниматься сгибом и разгибом. Вот. Сейчас врач мне говорит, дай покой ноге, вот, вообще ничего не делай, вот, но мне очень хочется двигать ступней, вот, и я чувствую от этого кайф, и я чувствую, что мне от этого становится легче, я не чувствую никаких болей. В принципе, в целом я отказалась от обезболивающего, но увидела, что врач мне сегодня прописал там противовоспалительное и обезболивающее, ну, ладно, я попринимаю до понедельника, дорогущая, кстати. А вот, как выглядит мое колено.